Агросоюз Красногвардейский является давно нашим клиентом, ключевым партнером. Была поставлена задача, то есть была выявлена проблема, не хватало производительности при севе. Есть определенный прицепной агрегат, нужно было увеличить скорость. Совместно с инженерным отделом мы проработали модель, подобрали машину, привезли ее на демо, то есть провели демо, результат больше, чем устроил. Модель была выбрана немножко с забеганием вперед по технологиям, потому что клиент у нас продвинутый, внедряет новые технологии, новые разработки, поэтому было принято решение выбрать машину в полной комплектации, с навигацией, с параллельным вождением, подлокотником Smart Touch. Вот. Ну и все сошлись по мнению, по мощности, по оснащению, что это будет машина Valtra серии T234, комплектация Verso. Используем разную технику, где-то российская. Если какие-то объемные работы, лущение, то мы используем импортную технику, так как это ускоряет процесс работы намного. Трактор Valtra у нас работает уже 2 года. Наработка у него около 2000 моточасов. Работает зерновой сеялкой 12-метровой, также с разбрасывателем минеральных удобрений 5-тонным. Этот трактор очень ускорил работу, как сев, так и внесение удобрений. Если сравнивать с техникой, которая работала с этими орудиями до Valtra. Показатели расхода топлива очень уменьшились. Очень удобно, так как трактор мощный, и скорость внесения, так и сева вполне устраивает. Главное в технике – это ее производительность, экономичность и удобство для механизатора. Для нас при выборе техники одним из главных является цена, запчасти, скорость работы сервиса. Мы оценили работу подлокотника Smart Touch. Он имеет очень много функций, но тем не менее они очень понятны, и механизатор не путается в выборе функций. Подлокотник сделан очень удобно. Эта функция очень полезна тем, что имеется защита от перегруза двигателя. При повышенных нагрузках функция сбавляет скорость трактора, он проходит тяжелый участок поля и потом выходит на рабочий режим. Функции понятны, и если сравнивать, удобно работать клавишами, потому что на некоторых тракторах это реализовано еще рычагами гидравлики. Подлокотник Smart Touch, вот его философия, то есть полностью все управление трактором, аудио, светом, настройки трансмиссии, настройки принудительный мост, блокировки, все под руками, гидравлика. Нарисован трактор, да, отмечено двигатель, трансмиссия, гидравлика, навигация, свет. Чем хорош трактор, у него очень пониженные передачи, можно работать с минимальной скоростью, поставить оборудование для очистки лесополос, и трактор двигается очень медленно, то есть отвечает всем требованиям. Smart Touch делает очень точные корректировки в работе. Я работаю 9 лет, задача у нас была ускорить рабочий процесс, потому что объемы работ все время растут, и для этого необходимо было обновление. И мы смотрели в сторону Valtra, так как нам очень понравилось на данном показе его работа. Механизатор может поработать вдвое больше, так как кабина очень комфортная. Легкое управление и очень важный такой момент, что в кабине очень тихо. Поворачиваем, то есть задние опции ВОМ, навеска, настройка задних кнопок гидравлики и камера заднего вида. Все просто и понятно. Вот допустим, что интересно в опции этого трактора, то есть данную машину, а то есть его трансмиссию мы можем настроить под любые необходимые нам условия, то есть полевые это или транспортные. Что нужно сделать? Мы заходим в трансмиссию, есть два режима, авто один, это полностью заводские настройки, то есть где все в среднем настроено, то есть по заводскому все усреднено. Но если нам необходимы какие-то глубокие настройки для транспортировки, для каких-то других необходимых работ, есть режим авто 2. Заходим сюда, нажимаем авто 2. То есть у нас здесь уже активируется нижний, вот он,
нижний предел переключения передач и верхний предел переключения передач. То есть этим самым мы можем отрегулировать, на каких оборотах будет переключаться повышенная передача, а на каких оборотах будет переключаться пониженная передача. Также на этой трансмиссии мы можем отрегулировать, с какой передачи и с какого диапазона мы начинаем движение вперед. С какой передачи и с какого диапазона мы начинаем движение назад. Плюс еще данная машина, данная трансмиссия может полностью работать без прерыва потока мощности, где переключаются автоматически не только передачи, но и режимы. Здесь мы можем это настроить, то есть переключение с B на C и с C на D, то есть включить или отключить. А теперь я хочу, чтобы мы оценили, насколько здесь комфортно и насколько здесь хорошая шумоизоляция. Трактор очень удобен как в эксплуатации, так и в обслуживании. В принципе, все органы для обслуживания расположены очень удобно. Все находится в легком доступе. То есть механизатор без проблем может произвести техническое обслуживание и приступить к работе. Несмотря даже на то, что здесь очень много современных технологий. Все ясно, доступно и понятно. Трактор имеет очень богатое оснащение для присоединения различных орудий. Здесь очень много гидровыводов, также очень хорошая и удобная навеска. В ночное время работать на нем можно без проблем. Лично себя хочу добавить, что трактор нам очень нравится, и мы планируем приобретение еще одного такого трактора. За 2 года эксплуатации трактора проблем с трактором не было. Работал от ТО до ТО.